фото ракурс будет видно, каково это видеть себя со стороны все-таки. Знаете, классно смотрится мотоцикл, да, действительно, вообще четкий. И действительно, мне шлем Макса больше идет. Капец, жалко, что он, конечно, не по размеру, чуть больше, так бы реально можно было бы понимать. Тихо. О том, о чем говоришь, наши пешеходы — это все, что в Кременчуге, что в Светловодске. Ладно? хорошо затянуть вот это звук успеха. Ёлки-палки. Как же вот это теперь поехать? Это да. А ну, как ощущение? Бля. Это ж надо вспоминать опять. У-у-у. Мне нужен такой шлем, Влад. Шлем, да, в тему будет. Что, устал? Нормально. Старички. Как ездят старички. Хотя и мы старички. Нормально, успехи есть. А мы сзади быстро-быстро едем. А мы-то сзади.